А сейчас я вам хочу рассказать, какую невестку я хочу себе и какую я озвучила своему сыну. Мне абсолютно не важно, была она замужем или нет, есть у нее дети или нет, будет она старше или младше моего сына. Мне важно, чтобы девушка была здоровая и физически, и психологически. Это здоровье моих внуков. Мне важно, чтобы она была красивая, потому что на красивое приятно смотреть и сыну, и мне, и всему миру. Мне важно, чтобы она была из благополучной семьи, потому что это благополучие из ее семьи придет к нам. Оно у нее в голове. Мне важно, чтобы она любила людей. Мне важно, чтобы она обучалась. Мне не нужно, чтобы она была академиком, но важно, чтобы девушка была мыслящая, интеллектуальная, обучаемая. Она это передаст моим детям. Мне важна в ней чистоплотность и такое емкое чеченское название «гылок», которое идет из рая. Это благой нрав.